Sometimes I wanna ball that day. Sometimes I tell my honey come back. Sometimes I wanna ball that day. Sometimes I tell my honey come back. Sometimes I wanna ball that day. Sometimes I tell my honey come back. Sometimes I wanna ball that day. Понимаете, как сейчас обидно? Так вам будет привычно. Мы пытались попасть на вот это вот здание. Оно не сильно примечательное, но достаточно интересное. И на верхушке там значок Мистер Кэт. Очень хотели туда залезть. Но как оказалось, что дверь, которую у нас получилось открыть, за ней не было практически ничего. Там был лифт, который не работал, и еще холл, где сидел мужик. То есть мы тупо потратили время впустую. И в таких моментах я даже не знаю, что делать и что говорить. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы уже закрываем сезон скейтбординга. Правда, скорее всего, еще будем кататься по-любому в скейтпарках, по-любому, даже когда хоть какое-то солнце будет, еще не будет снега, будем катать. А может, будем кататься даже, когда и будет снег, неважно. Но я веду к тому, что сегодня последний день, когда такая тепленькая погода. Вот, я надеюсь, еще будет дни, но очень маловероятно. Сегодня еще какой-то праздник, на Майдане много людей. И сегодня у нас план поехать в новый скейт-парк, который находится, по-моему, на Лукьяновской или на Дорогожичах. Он закрытый, потому что у нас был в Мармеладе, его закрыли. Вот, единственный закрытый, а сейчас построили новый. Поэтому мы едем туда, чтобы опробовать этот спот и покататься там вместе с Владом, Женей и Димой. Вот. А еще, ребятки, у меня сегодня на канале уже стукнуло 11 тысяч, и это очень приятно, учитывая то, что за последнее время у меня было очень такое принижение подписчиков, то сейчас они возросли. Поэтому я благодарен вас и очень всех вас люблю. Приятного просмотра, друзья! Как же я давно эту ночь ждал. Всех удивляет, от чего пьян. Взорвалось, я это не успел снять, но в общем, только что что-то. А что рвануло? Айфон? Не, там какой-то дым был. Понял? Погнали. Погнали наверх! Чуваки, короче! Ребят, в общем, пока что идет митинг, перегородили дорогу, где должны ехать машины. И здесь просто офигенный асфальт, куда мы сейчас идем все вместе, чтобы съезжать на скейте. И это просто шанс. Вот этот спот. Просто сейчас мы оттуда рванем в самый низ, и это будет эпик. А ну сейчас я проверю, как тут асфальт. Здесь четко. Мы будем прямо отсюда. Просто я дал ей покататься, пока я катаюсь. Что, пацаны, погнали? Ну погнали. Все, готовы? We'll be right back.
общем, ребят, я сделал себе пару обновочек. Ну, это не совсем обновочки, но все же я купил пару стикеров в магазине Shift. И сейчас буду делать и клеить их на свой скейт, чтобы сделать его как-то новее чуть и более привлекательным. Вот такие вот стикеры я себе купил. Ванс. И сейчас буду обклеивать свой скейт. Ну и теперь как-то так выглядит мой скейт. Я думаю, более привлекательно, и вы с этим согласитесь. Я не знаю, на как долго хватит этих наклеек, но все же какое-то время с ними покатаюсь. Ну а сейчас мы едем в новый скейт-парк. В общем, ребят, мы уже находимся в этом скейт-парке, приехали на станцию метро Дорогущи и будем ходить сейчас. И кататься на новом споте, можно сказать. Ну где же ты была раньше? Давай без фальши, дальше, больше, ты вся промокла. Сейчас покатаемся немного на этом споте, и я пойду в раю, чтобы поделать там новые трюки, которые раньше у меня не получались. И увидите новую комбинацию. Так мы покатались в этом новом скейт-парке, я получил новые трюки, сделал новые комбинации. Сейчас мы ужасно все устали, вспотевшие, потому что 3 часа подряд катались. Но это того стоило, мне, честно говоря, понравилось. И мы еще обязательно сюда вернемся. Пока мы ждем поезд, потому что он приедет еще не скоро, так как уже достаточно поздно, мы решили покататься на станции метро. Какая это станция? Дорогущи. Дорогущи, да. И сейчас покатаемся здесь, мы уже здесь, мрамор. Людей мало, так что я надеюсь, мы никому не помешаем. И дежурных нет. Музычку. Итак, ребят, сегодня последний день выходных. Вот, сегодня воскресенье, завтра уже в школу. И мы с семьей решили приехать в парк Феофани. Очень-очень красивый парк, где есть место, чтобы покушать. Сейчас какой-то фестиваль даже проходит. Тут поели эти хот-доги, есть также шашлыки. Ну и тут очень красиво. Тут просто пейзажное озеро и много другого. Чистая природа. Поэтому сейчас я взял свой гироскутер. Я очень люблю на нем кататься так в свободное время. И, возможно, сейчас буду снимать вам трюки и обучение на нем, как и обещал. Ну и просто кататься по этому парку.
Когда я шел на дым костра в полной луне по глухим местам, шорох теней и тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Эй! Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это да, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока! Ты был рок-звездой!